А сейчас информация от телеканала нашего медиахолдинга «Панорама ТВ». Часто можно встретить людей, которые встают перед выбором при покупке квартиры. Что же лучше, новостройка или вторичка? И что насчет ипотеки, стоит ли ее брать или лучше копить? Так что же все-таки лучше, по мнению экспертов? Эксперты пишут, что ипотека на новую квартиру выдается на более выгодных условиях, чем на вторичное жилье, так как застройщики и банки открыты к сотрудничеству друг с другом, что для них взаимовыгодно. Также новостройки сейчас не газифицируют в целях безопасности, из-за чего тариф на электричество в таких домах ниже. Еще одним плюсом в пользу новостроек являются инновации, современные планировки, коммуникации и много других приятных мелочей. В свою очередь, плюсом вторички часто бывает престижное месторасположение. Например, исторический центр крупного города, где новостройку встретить, понятное дело, сложнее. Но главный вопрос, стоит ли брать ипотеку? Эксперты заявляют, что с учетом низких ставок в настоящее время игра стоит свеч. Например, если срочно нужна квартира и вы платите за аренду, но если есть место, где можно довольно долго бесплатно жить, то можно и копить на свое жилье.